о мирах Кастанеды. Я отнюдь не спец по Кастанеде. Кстати, перед тем, как перед вами выступать, я посмотрел в интернете там выдержки из участников будущих, так сказать. И там было высказано сомнение, мол, столько участников, и только один Лапин как-то непосредственно был связан каким-то образом с Кастанедой. Но мне кажется, не так важна там биография, хотя это тоже очень важно, личностный аспект, сколько сами идеи для того, чтобы обсуждать там теорию относительности Эйнштейна, не обязательно лицезреть лично Эйнштейна или быть его потомком. Вот. Современная психология отходит постепенно, и философия, от таких вот представлений, что есть одна правильная, объективная истина, объективная реальность, которая вот так железобетонно существует вне позиции наблюдателя, вне его ментальности, которую мы там познаем, как говорил Энгельс, приближаемся по асимптоте вот к этой объективной реальности в своем познании. Мой друг Акоп Назаритян, тоже психолог, в своей одной из статей, которая так и называется «Истина как мифологическое понятие», вот представление об одной, так сказать, правильной, объективной реальности. Здесь упоминалось, то есть вот Кастанеда как бы приоткрыл окошко в этот измененный мир. Но таких миров много. И вот был, например, такой психолог Джордж Келли, который писал о том, что мы строим, нет объективной реальности, мы строим разные модели, познавая, так сказать, ту реальность, в которую мы погружены. Эти модели альтернативны. Тут вот наш, то, что мы считаем объективный мир, это просто один из возможных миров, одна из возможных моделей, которую выработала эволюция человечества в своем, так сказать, приспособительном при работе. И ну, это вполне, так сказать, правомочная модель мира. Ну, так же, как, например, теория Эйнштейна не зачеркнула ньютоновскую физику, да, а дала более, так сказать, усложненную, многомерную модель. Так и вот на этот наш, так сказать, объективный мир, в который мы погружены, одна из возможных моделей, в которую мы, которая наиболее адаптивна, так сказать, в рамках человеческой эволюции. Но возможны и другие модели. Вот в частности, так сказать, взгляд на мир через магические, так сказать, очки. Только освоить формы существования в этом магическом мире, ну, как бы более трудно. Надо осваивать и техники вхождения в этот мир или разные миры. И наши картины мира зависят от уровня развития нашего сознания и способности работать с бессознательным. Кстати,
Тематика бессознательного, как вы знаете, была впервые поднята в работах Фрейда, Зигмунда Фрейда, который говорил о личностном бессознательном, то есть огромные пласты памяти, которые отражают, ну, которые, так сказать, фиксируют то, что с нами происходило, это личностное бессознательное. И мы не осознаем свой, часто не осознаем свой пережитый опыт. Но с помощью техник психоанализа мы можем войти в это пространство личностного бессознательного. А Юнг вел понятие коллективное бессознательное. Вот красивый образ, что наша психика похожа на мангровую рощу. Вот множество отдельных деревьев, которые кажутся, ну, как бы отдельными субъектами. Но если мы заглянем глубже, так сказать, под землю, мы увидим, что мангровая роща – это фактически одно дерево, потому что корнями не переплетены. И так же, как так в этом плане и коллективное бессознательное, мы можем войти в опыт другого человека, других существ, входя в измененные состояния сознания. Ну, приведу пример из практики Владимира Кучеренко, с которым вместе мы работаем в плане такого исследования процессов бессознательного. Он очень классный гипнотизер. В этом плане я его ученик в плане гипноза. Он мой ученик в плане психологии. Он тоже преподаватель Московского университета. Вот пример коллективного, так сказать, бессознательного, который связывает нас не только, так сказать, с другими людьми, но и с миром животных. Вот из практики. Больная булимией, это связано с тем, что человек, начав есть, не может остановиться, так сказать. И анорексия, у него было такое своеобразное сочетание анорексии, то есть отвращение к еде, да? И булимия, когда уже начинала есть, то не могла остановиться, не было насыщения. Вот в гипнозе выяснилось, как бы такой психоаналитической сессии, с чем это было связано. Она балерина, была в детстве молодая, изящная женщина. В детстве, значит, она занималась в балетной школе. И напарник, с которым она танцевала, как-то застал ее за поеданием каких-то пирожков или пирожных, которые, так сказать, ну, для балерины роскошь, так сказать, да, они должны сохранять фигуру, а ему ее поднимать надо в каких-то там падепа. Значит, он ей дал, ударил по шее, назвал жирной коровой. Для юной девушки, тем более, наверное, она испытывала какие-то, так сказать, влечения к этому парню, была большая травма. И вот с этого началось, так сказать, ее такое своеобразное сочетание анорексии, как отрицание, нежелание есть, и наоборот, и булимии, когда уже начинала есть, то не насыщалась. Вот Володя решил снять, как бы, вот эти запреты, что ли, дать ей возможность насытиться. Вначале ввел ее в гипноз, внушил ситуацию римского пира, или греческого, уж не помню, вакханалия, симпозиум называется. Симпозиум, значит, множество, так сказать, еды там, то все. Невротичные люди, им свойственно
как бы проявлять свой невроз и в других, так сказать, измененных состояниях сознания. Если такой человек, внушить ему, что он катается на лыжах, он обязательно врежется в дерево, да, так сказать, приживет неудачу. Если ему внушить, что он там, я не знаю, красивое, мощное животное, Володя часто своих пациентов погружает вот для того, чтобы они ощутили энергетику сильного, могучего животного, там, образ тигра, там, так далее, да, внушить такому испытуемому, такому пациенту, он будет видеть себя тигром, но с какими-то проплешинами на шкуре, с больной лапой, там, так далее, да, то есть вот эти невротические реакции, они будут проявляться и, как бы, в других образах. Так вот, внушил он ей ситуацию, там, греческого пира или римского, что-то помешало насытиться, дал ситуацию русской усадьбы, такой барин, там, куча там всяких растягаев, там, жареные лебеди, опять, так сказать, что-то, так сказать, помешало. Дал ситуацию первобытной орды. Вот они завалили мамонта, жарят эту мамонтятину на костре, ей достается там большой кусок этой мамонтятины, вкусно пахнущей, вот она хочет это съесть, вдруг появляется какой-то амбал в звериной шкуре, бьет ее, отнимает это мясо, и она там жалобно скулит, обижена, опять не получилось. И тогда он придумал великолепный ход, он внушил ей, что она птеродактиль. Вот на своих перепончатых крыльях она облетает территорию и чувствует, собственно, это были чувства, а потом уже в форме человеческой она могла их выразить с помощью языка. Вот, собственно, когда тут коллега Олег Вавилов говорил о том, что, так сказать, освободитесь от языка, вот с помощью психотехнику дети бессознательного. Ну да, можно пережить очень интересный опыт, но язык требуется для осознания и, так сказать, для возможной передачи этого опыта другим людям, другому человечеству, человеческой культуре. Ну вот, значит, вот она летает на этих перепончатых крыльях, испытывает кайф, так сказать, вот моя охотничья территория, видит какую-то гигантскую лягушку. Они потом нашли в энциклопедии прообраз, так сказать, такой гигантской лягушки, что реально, так сказать, что-то существовало. Спланировала, разорвала ее на части и сожрала. И вот пережила колоссальное чувство сытости, удовольствия от этого переживания. И, так сказать, вот как бы болезнь начала уходить в последующих сеансах, там еще были. Вот. Кстати, после того, как это стало уходить анорексия, вот опыт пребывания в измененных состояниях сознания повлиял на то, что человек начал, она и раньше подписывала, так сказать, тексты, но начала писать очень образно, так сказать, это стало даже публиковаться там и так далее, да? То есть вхождение в измененные состояния очень сильно обогащает, ну, скажем так, внутренний мир человека, раскрывает его фантазию. К чему я это сейчас привел пример достаточно долго, что коллективное бессознательное, архетипы Юнга, это вот сросшаяся роща мангровых деревьев, позволяет в измененных состояниях сознания, как бы, так сказать, осваивать опыт не только своего личностного бессознательного, но и коллективный опыт человечества. А в конце Юнг даже говорил о возможности космического бессознательного, когда
в трансовых состояниях мы можем выходить, гипотетически, можем выходить на некоторый опыт, ну, скажем так, не только человеческой культуры. Ну, поясню немножко, к чему это я говорю. Пора, да? Хорошо. Пару мыслей. В нашей крови присутствует, так, маленькое отступление, гемоглобин, да? Это железо, так сказать, на основе входит в гемоглобин. На Солнце нет железа, там только гелий, водород. Образование, и в то же время в нашей крови, так сказать, содержатся эти элементы, образование тяжелых элементов происходит при взрывах сверхновых, когда, так сказать, звезда выгорает, коллапсирует, взрывается на огромных, так сказать, давлениях и температур возникают вот тяжелые элементы. То есть, наш, можно, перефразируя известные слова, можно сказать, про Тилю Шпидля, там, помните это, в нашем сердце стучит пепел погасших звезд, да? И наша звезда Солнца довольно-таки молодая звезда. Где-то, так сказать, наша вот эта образовалась порядка 14 миллиардов лет, а наша Земля, так сказать, около 6. Есть гораздо более древние, так сказать, и галактики, и звезды. И вполне можно допустить, так сказать, существование, это вполне вероятно, иных сознаний, иных, так сказать, форм, ну, высокой психической реальности. Ну, мы знаем, что есть буквально сотни тысяч звезд, которые имеют планеты, сейчас уже, так сказать, есть более древние. И если мы за 300 лет, там, отступите 300 лет, так, ездили на лошадях, там, да, сейчас летают на ракетах. Там. То есть усложнение, за 300 лет усложнение мира произошло колоссальное. А там разницы в несколько тысяч лет могут давать такую фору. Но к чему я это говорю? Кстати, вот наши, так сказать, биоритмы нашего мозга, альфа, бета, гамма, тета-ритм, в принципе, это биоритмы, то есть это биоритмы, но они соответствуют ритмам ионосферы, которые определяются влиянием, так сказать, космоса там и так далее. Да? То есть мы во многом уже, так сказать, просто плохо осознавали это, да? Являемся, ну, как бы, производными космоса. И отсюда, так сказать, можно допустить возможность, так сказать, вхождения в более глубокие формы коллективного, космического, бессознательного через медитацию. Ну, этот сюжет. Еще пару слов. Говорилось о том, что надо, так сказать, уйти в практику и в очень таком пламенном, интересном выступлении, ну и заблокировать, так сказать, свой вербальный разум там и так далее. Да? Вот опять же, наши эксперименты с Володей Кучеренко обнаружили такой интересный феномен. Мы осознаем то, под что есть системы значения. Я сейчас про сознание говорю. То есть бессознательное, если очень кратко, бессознательное, рассматривать, ну, с точки зрения там квантовой физики и так далее, да, всякие там эффекты связности, которые вот у Юнга, так сказать, как манговая роща, в квантовой физике это феномен Эйнштейна, Подольского, Розена, так сказать, все взаимосвязано на квантовом уровне. Множество возможных, так сказать, у Гейзенберга
нет объекта до того, как мы его измерили. То есть, как на квантовом уровне, так и на уровне бессознательного есть огромное потенциальное множество возможных моделей мира, там, так далее. Да? Категоризуя, Брунер, прекрасно, психолог американский, описывал там процессы категоризации, там, так далее. Да? Очень, по сути, напоминающие редукции волновой функции физики. Когда мы опредмечиваем это одно из множеств, выбираем одну какую-то возможную модель, одну возможную интерпретацию, одну возможную, так сказать, форму предметности. Так вот, категоризуя что-то, так сказать, мы из этого огромного многообразного мира, фактически строим одну какую-то возможную модель, присущую именно нам, нашей культуре, нашему языку, там, так далее. Да? И вот если в гипнозе внушить человеку, что он не будет видеть, воспринимать какой-то объект, ну, например, не будет воспринимать сигареты. По выходу из гипноза, когда там на столе разложишь разные предметы и просишь их перечислить, человек не воспринимает, не видит не только сигареты, но и там, пепельницу полную окурков, спички, поскольку они связаны с прикуриванием, зажигалку, потому что это тоже, возможно, связано с прикуриванием. Он или может видеть ее, крутит эту самую зажигалку, говорит, какой-то кругленький предмет, наверное, из-под валидола стаканчик. То есть оттормаживаются целые широкие семантические пласты, которые мы просто не осознаем. Но, то есть мы их выделяем на уровне несознательном. Если сделать на стол, положить там, не знаю, массивные лыжи и внушить, что ты не будешь там видеть относящиеся там, к лыжному спорту, человек будет их обходить, но не осознавать. То есть осознание и восприятие немножко разные вещи. Так вот, тут можно множество привести примеров из этнографии, этнологии. Сейчас просто у меня нет возможности. Мы осознаем то, что у нас есть системы значения. И сознание это отнюдь не нужный такой надстройка, от которой надо отказаться. Да? Мы можем пережить очень много опыта, но нужны нам еще язык, средства для выстраивания этих возможных моделей, для продвижения, так сказать, в более многомерное осознание, в более многомерные пространства. Вот мы с этих позиций, в частности, но эта книжка более такая философская, но в частности здесь рассматриваем динамические медитации, там, как средство вхождения в эти измененные состояния сознания, которые, конечно, колоссально обогащают человека, дают ему и креативность, и творчество, и так далее. Ну, мне, наверное, надо заканчивать. Передаю дальше слово моему коллеге Владимиру Витальевичу Кучеренко. Я очень мало что успел рассказать. Буквально еще два слова. В своих научных работах мы строим так называемые многомерные семантические пространства, которые отражают менталитет человека как на осознаваемом, так и неосознаваемом уровне. Но это особые техники и с использованием там, и математических методов многомерной статистики, там, и факторный анализ, и структурное моделирование, и кластер. Ну, в общем, так сказать, современная математика, которая позволяет вытащить, то есть вначале это психологический эксперимент, математика, так сказать, дает просто в удобной компактной форме, которая позволяет не только, так сказать, как в трансперсональной психологии дать новый, так сказать, опыт, но и
зафиксировать этот опыт в виде многомерных всяких моделей, где фактически каждый человек, каждая культура, каждая религия отображается в различные модели мира. Вот, пожалуй, так для введения что-то успел поговорить. Большое спасибо, Виктор Федорович, за эти научные показания.